Играли два чемпиона мира, Эви и Капабланка. Капабланка завернул удар и сразу проиграл. Ну, не мат, конечно, но проиграл. Довольно быстро 10 ходов, потому что у него было плохо. D4. Эви и Капабланка, значит, Амстердам. 1931 год. D4, конь F6. Конь F3. E6. E6. C4, C6, C4, 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 C4,
презентирует свою белопорную сторону. Не, подожди, сейчас на черных. Уже три черные сыграли, естественно, слон b7. Они там дырочку сделали, когда... Нет, слон b7, зачем в коня уходить? Они еще слона не разбили. Слон c8, b7. b7. Ну, слон c8, b7. b7. Это фианкеты называются. Вывели слона. И белые вывели слона, но уже два. Правильно. Черный дальше. Это позиция, что если связка. Коня связали. Черный дальше шаг. Нет, пока ничего страшного. Пока нормально боится. Слон b4 шаг. Нет, b4. Белые сыграли слон d2. На d2 ты меняли. Переделал на d2. Можно было, конечно. И рокировали черные. Не черные, а то черные. Черные рокировали. А белые развели коня. Конь c3. Конь c3. Конь e4. Как сейчас тут черные. Тут два подополнения. Конь e4. Черные напали на коня. Ну, и на ферзя. А? И на ферзя. Они вилку делали. На ферзя главное. Нет, белые могли побить, да, но они сыгрались хитрее. Они отступили ферзем на c2. Такой тихий ход. И соорудили капкан. Ну, то есть, который неожиданно к палалке попадает. Он играет. Он побил на c3. Побил на c3. И вот белые не берут на c3, оказывается, они могут выиграть ладью за фигуру. То, что называется качество. Каким образом? Изящным маневром они могут выиграть качество. Е5. Конь на е5? Сейчас будет белых. Конь на е5. Ты фигуру отдал, еще второго даешь на g2. Слон. Стоит с подбоем. h7, ферзь h7. Нет. Ферзь h7 связан, жертвы ферзя. Просто ферзя отдаешь. Как белые могут здесь получить большой перевес? Ну, а может, если сходить сюда, там как-то черный сход поставить. О, правильно, да. Но они, хоть черный, то все равно все правильно, этот ход выигрывает. Почему? Потому что если... И, хоть здесь правильный ход. Сход сюда. Что грозит? Ну, без вот, что мы можем съесть пешку. Нет, грозит что? Грозит мат. Грозит мат. А Е4, слон на Е4 может сходить. Как? Слон на Е4. Да, а почему мы не сидим? Да, мы можем сидеть, скорость слона на e4. Не, я говорю о другом. Я о другом говорю. А если вы срубите, если белый сам срубит, то я коня могу срубить. А смотрите, если мы ферзем сидим, коня, чтобы не допустить мата. Как? Ферзь g5. Ферзь g5, тогда я беру на b7. Нет, мы это все делаем. Все. Черные могут. У них уже две фигуры решили, они взяли на c3 и взяли на g5. И тем не менее они проигрывают. Почему? Потому что одну фигуру белые отыгрывают, а еще и ладья теряется. В этом и фокус. А кто на e4 может сходить? А если как-то не играет, то все равно тут ладья проигрывает. Кто на e4? А? Нет, подожди, это не надо. Пусть это стоит стоит. Кстати, так и было. Тогда белые берут, конем. Черные берут, и белые берут на e4,
четыре. И опять говорит мат. На 7, и как вы не защитились? Я могу сказать, ну, вот, вот такой. Какой бы ход ты не сделал этой пешкой, другой пешкой, все равно ты теряешь ладью, ты забываешь ладью, вот это все соль. Ну, что? Ну, как? Ты просто остаешься без ладьи. Ну, да, коня. Ну, ты можешь взять коня, но ладьи-то нету. То есть, просто идея этого удара, в чем, собственно, ловушка? Ловушка заключается в том, что черные взяли коня поспешно, мы думали, что после размена будет равная позиция, после закончится ничего. А неожиданно последовало, белые не взяли коня, а наоборот, еще второго поставили. Но благодаря тому, что эти слоны стоят на одной диагонали, еще там ладья стоит, то есть ладья теряется. И Кабабанг взялся.